Привет, друзья, с вами Маркович, и мы продолжаем играть в игру под названием Stonehearth. Ну что ж, друзья, я все-таки разобрался и сделал нормальный вход на наш склад. Правда, короче говоря, крыша там ставится именно тут автоматическая, которая, да, чтобы потом вот ее не было видно, как вот в любом доме, да, то есть тут такого вида у нас получается. Здесь я сделал все-таки вровень, здесь чтобы тоже такая платформочка была. Мне пришлось все-таки сделать стены. Стены вот так вот. Четыре стены, но я тут просто сделал проход еще, получается, туда, как раз-таки, ну вот, у нас там где-то, видите, склад и есть. И еще немножечко я его расширил, потому что уже тоже было забито по чуть-чуть. Вот, поставил сюда ящики, господи, боже мой, да подождите, вы не складывайте туда ничего, только для еды эти ящики, только для еды. Так, содержимое, материалы, еда. Так, отсюда, пожалуйста, лишнее все уберите, вон у нас там на складе место дохерища еще есть. Вот, чутка склад расширил, короче говоря, здесь сейчас буду ящики ставить тоже только для еды. Ну, то есть, чтобы, знаете, как бы в помощь вот этим, они сюда еще и не таскали, все, буду такие хорошие ящики все-таки делать. И поставлю сундуки уже, скорее даже не ящики, вот, поставлю их здесь, и здесь тоже еда будет у нас храниться. Так, вы мне сделаете здесь клумбу еще одну, почему-то не хватает. Так, клумба для морозного Василиска, клумба для... ну, давайте, давайте, делайте. Я же, по-моему, заказал там, нет? Да, заказал. Ну ладно, окей, поставят, надеюсь, когда-нибудь. Тут цветы какие-то валяются у них, короче. Нас стало немножко больше, у нас теперь 20 поселенцев. Я тут, да, пока проколупался с этим всем. Но на самом деле все просто оказалось. Действительно, нужно было просто именно стену такую сделать. Тогда крыша нормально ставилась, ну все. Вот, блин, жалко, вам не показалось. Здесь у нас прям какой-то склеп организовался. Ну, правда, с ним быстро разобрались. Просто прибежали эти наши вояки все туда сами по себе. Причем я даже их туда не посылал. Вот, и там все, в общем-то, разрушили. И оттуда мы полутали несколько кольчуг. Они уже на них, собственно, и напялили сами на себя. Быстренько их, вот. Что мы с вами сегодня будем делать? Ну, в принципе, у нас сейчас все хорошо идет с вами. Есть корм для животных, животных кормят. Животных там тоже всякие штуки получаем. Повар наш еду готовит, теперь не сырое не едят. В принципе, вот. Ну, нужно их, на самом деле, по домам разместить. Построить пару домов. Построить, собственно, дом для нашего повара, дом для нашего каменщика и кузнеца, наверное, сегодня тоже сделаем, посмотрим. Вот тут местечко у нас есть. Я думаю, здесь сейчас будет у нас дом каменщика. Повара где-нибудь сделаем рядом, наверное, со столовой. А что у нас здесь? Лестницы какие-то стоят. Так, там торгаши приехали, давайте посмотрим. Да, вот у нас дохера всяких доспехов, на самом деле, это клево, которые мы полутали. У нас охеренные окна, на самом деле, мы все делаем уже охеренно. Так, я дверь продам, короче. Это я все продам, это все продаем. Давайте все вообще продадим, пускай будут денежки, мы это все скрафтим, как нихер делать. Так, это... вон насколько клумб всяких разных тоже. Ну, давайте клумбы продадим, они довольно-таки дорогие получаются, нихера себе. Напольный подсвечник, это, видимо, мы полутали его. Слушайте, прикольно. Здорово, сейчас давайте продадим. У нас уже почти 1000 денег. Так, ну, еда, золотые всякие слитки разнообразные, да. Так, здесь что-нибудь можем продать, но пока оставим себе. Три кувалды, один мечик для начинающих, да. Все, ладно, нормально, нормально, вроде бы все хорошо. Только я хочу посмотреть все-таки, что это за у нас такие... за лесенки здесь. А, это почему-то, короче, здесь по блоку меня оставляли сверху на крыше этого дерева. И я решил просто туда их убрать, чтобы, ну, как бы нахер там нам нужен, да. Поставил лестники туда, все, нормалды, во, огонь, все получается хорошо. Ну, такой, знаете, как, в общем-то, и планировали, тоже незатейливый ход, как домики, в принципе, ну, так приятно достаточно выглядит, вот. А, и, конечно же, да, я забыл, нам надо с вами будет шахту все-таки делать, там камень, железо, вот это вот все добывать, да, только нужно будет это место выбрать. Мы можем сделать, как бы, конечно, ну, тут сейчас место освободится, когда мы домик для него построим, можем сделать здесь вход и тут, типа, шахту бурить дальше. А можем где-нибудь... вообще, я думал здесь какой-нибудь карьер, типа, знаете, сделать, но тут именно карьера, то есть не шахта, прям такое будем большое углубление делать, потихонечку, ступенчатое, но большое. Но над этим еще подумаем, место, не знаю, вот шахту я, наверное, все-таки где-то здесь сделаю, да, в этой горе тоже. Мне кажется, идеальное место, на самом деле, тоже просто... вот причем в шахту даже вход можно будет не... хотя, блин, я бы какой-нибудь небольшой здесь намутил входик такой, знаете, совсем малюсенький. Ну, чтобы был просто тоже предбанничек такой, даже в него ставить ничего не буду, не знаю, да. Просто хочу вход такой. И дальше здесь они пройдут, и вниз, пойдут вот так вот бурить это дело. Как-то так. Как-то так, я думаю, у нас будет пока здесь все это обустроено. Стены тоже можно построить, да. Кстати, нас стало больше, поэтому нам с вами нужно нанять еще одного, я думаю, охранничка, да. Так, кто желает быть охранником? Давайте смотреть. 5-6, блин, клевый такой чувак. Он и счастливый, короче, и крепко спит. И вообще молодец. Я, наверное, из него... да из него клево получится, на самом деле, вояка-то, да, мне кажется, очень даже клевый. А, это Трилл, это дамочка вообще, да? Элио, так, ты у нас что такое там? Чёрствый сова, чёрствая сова.
хорошим настроением, да? Давай, знаешь, что мы с тебя сделаем, короче, тогда, наверное, охранничка еще одного, давай. Иди, бери деревянный меч пока что, там потом проапаешься, все у тебя будет хорошо. Так, ага, правильно, склад, давай. Та-дам! Все, плюс один еще. Плюс один, сразу там, смотрите, шмоток напялил на себя, все, что только... О, взял кучу всего, молодец. Молодец, давай посмотрим твое снаряжение. Так, сразу толстый кожаный жилет, каменный молот сразу взял даже и грубый деревянный щит, ну молодец. А, надо шапок уже накрафтить, да, у нас шапок получается нету. Так, что у нас по шапкам? Ну, хотя бы кожаные ермолки пока, да? Уже неплохо будет. Уже будет неплохо. Давайте, сколько, я не знаю, штук 5 сделаем, пускай у нас на складе лежат. Маликам пригодятся, давай. Портной, кстати, у нас сейчас тоже тут зашивается теперь, на самом деле. Он постоянно крафт поставил, у нас травы много, чтобы он все это перекрафчивал. Вот, так что работенки у него тоже сейчас достаточно. Здесь, в принципе, тоже все хорошо. Можно даже чуть побольше животных, я думаю, сделать. Еще, знаете, пару пастбищ там для куричек, для зайчиков. Ну, не курочек, как это, пои называется. И для овечек. Хотя, в принципе, пока вроде бы и так всего тоже хватает. Вот, ну что, нам надо сейчас с вами тогда, получается, проект оставить домов, да, можно даже с повара начать вот здесь. Я, правда, не знаю, я каменщику я точно такой же дом построю, только разверну его в эту сторону, да, и станки заменю. А для повара что-нибудь можно свое спроектировать, типа, ну, там, незатейливое тоже, опять же, в эту сторону смотрящее. Чуть-чуть, наверное, будет в эту, подальше отставить только его в эту сторону. Так, давайте сейчас попробуем. Значит, как это делается? Это делается вот так. За счет фундамента, на самом деле. Все эти формы делаются за счет фундамента. Я уже просек эту фишку. То есть мы фундаментом изначально чертим, грубо говоря, форму, потом дом, то есть, да, какие-то выступы, где у него будут, и потом просто стенку ставим, она сразу повторяет форму этого фундамента, собственно. Очень даже все понятненько. Так, но я даже не знаю, что этому делать-то. Давайте... А, кстати, стойте, подождите-ка. Я хотел еще один момент посмотреть. Вот в этом домике. Тут... Но я бы не сказал, что он на фундаменте, на самом деле. Ну, скорее, на подставке, ну, такой, да? И вот как здесь формы сделаны, и как разные стены сделаны. Тоже пока еще с этим не особо разобрался. Ну, ладно. Посмотрим потом, посмотрим. Так, короче. Здесь у нас что сейчас получается? Давайте, фундамент нам... Ну, камон, фундамент, господи боже мой. Давай, подальше чуть поставим тебя сюда от столовой. Я думаю, не очень широкий домик будем ему делать. Так, где-то, наверное, вот такой... Нужно учитывать, что это минус две клетки, еще сразу на стенке идет у нас. Давай тебе вот такой домик поставим. Так. Хотя не, знаете, сейчас подождите, стойте. Мы немножко будем по-другому сейчас действовать. Мы сначала такой выступ тоже сделаем. Мы здесь, наверное, предбанничек, да, небольшой. Вот такой где-то предбанничек будет у нас. У него здесь, у домика раз. Вот, и теперь мы, значит, где-то поровну, чтобы получилось. Давайте вот так вот. Раз, два, три, четыре. Получается, да? Раз, два, три, четыре. И вот сюда. Вот такой домик у него будет, наверное, я думаю, да. Да-да-да, нормально. Нормально. Дальше мы берем стены и делаем просто-напросто... Сейчас я закрою только, чтобы все видно было. Во, чик. Вот и получается сразу по форме они сделали здесь как надо. Дальше берем двери, соответственно, вставляем сюда. Так, а по центру нихера не получается, да? Вот тоже надо учитывать это, чтобы по центру... Можно двойную поставить, надо тоже... А вот двойная нормально будет, слушайте. Прямо такой... Да что, зачем я делаю эти... Ну, черт, нет, нам такие двери не нужны, обычные. Во. Пускай будет широкая дверь, тогда здесь у него стоять. Нормально. Так, вот я думаю, сейчас не очень ему здесь мало места-то получается. Ну, хотя нет, мы сейчас здесь станки поставим, тут мы кроватку сделаем, нормально все будет. Так, кровать давай, как бы тебе так поставить ее? Ну, как-то вот так давай здесь будет, тебя плюхнешься нормально, да, или с этой стороны, без разницы, в принципе. Здесь будет кроватка у себя, тут тебе нужны твои станки, да? Так, каменная мельница... Они, тем более, станочки у тебя маленькие совсем. Давай, мельница. Дальше, что это такое у тебя? Каменная печь. Так, варите блюда, каменный котел. Ну, тебе нужна печь. Она тоже небольшая, кстати говоря, да? Здесь поставим и каменный котел. Ну, давай сюда куда-нибудь. Здесь будешь в органе что-нибудь. Тебе нужно сюда, правда, еще будет поставить... блин, какой-то узенький дом совсем получается, честно говоря. Можно было и пошире сделать. Пожадничали место, да? Пожадничали явно. Так, хорошо. Давайте-ка, знаете, как тогда сейчас... Вот так, еще чуть-чуть пошире, пожалуйста. Вот настолько. Все-таки поудобнее будет повару нашему, да? Так, вот так, пожалуйста. Ага. Так, дайте-ка я... Как вот, интересно, стену удалить-то, блин, теперь? Я хочу стены сделать ему здесь. Вот так. А оно не переделывается, зараза.
Ну давай, я лишь поставил тебе стены. Ой, конечно, да, с этим редактированием пока что. Ладно, ладно, хрен с ним, сейчас нормально сделаем. Так, ну вот, как-то так, мне кажется, будет гораздо лучше выглядеть, и места там внутри побольше получается. Мне сейчас опять ошибка вылезла какая-то непонятная. Я надеюсь, он построится нормально, без всяких там загвоздочек, без всяких пробелов. Я крышу чуть даже повыше ему сделаю, чтобы, ну, как-то, знаете, такую прям, мне кажется, так лучше смотрится. Окошек немножко добавил, вывеску добавил, красоты добавил, естественно. Ну, фонари, понятное дело. Так, внутри тоже парочку фонарей добавил ему. Давайте сейчас уберу вот так вот. Ящичек здесь, кроватка пока у него стоит. И я, блин, пока не могу... вернее, не то, что не могу, я даже сейчас не буду сюда ставить мельницу, вот эти все, потому что это все есть у нас вроде как, да, практически. Что у нас тут есть? Мельница. А, ну у нас нету только, получается, каменной печи. Ну, печь мы скрафтим. Печь мы скрафтим, поставим. Тоже туда внутрь все будет нормально, дым он там будет работать. Варить, короче говоря. Так, дайте мне, верните мне проект. Ящик поставил ему, тоже там сделаем только для еды, для всего такого. Даже, наверное, не для еды, а может быть для сырья. Только пускай он еду таскает на склад туда. Здесь тем более не так уж и далеко, что было, да? Ящик для сырья ему сделаем, вот. Ну и пока все. Можно, конечно, всякие ковры там еще попробовать, да, положить. Так, сейчас. Дать украшения. Декоративный коврик, например. Например, почему бы нет? Прям вот, блин, ну дверь какая-то вот, одна клеточка, ни туда, ни сюда. Ладно, тогда мы коврики сейчас здесь ему сделаем. Смотрите, вот так будет. Раз, да, два коврик. Во, чтобы ему здесь уютно было. Внутри вот здесь, в предбанничке, я, наверное, пока ставить... Хотя можно каких-нибудь там стульев поставить тоже, пускай будут, да, деревянный стул, например. Парочку вот сюда, типа, знаете, там гости приходят. Вот так, давайте здесь тоже вот в сторону. Чтобы было где присесть, раздеться, там все такое. Так, что у нас там еще есть? Так, деревянный комод, кстати, можем поставить рядышком. Так, как там, в какую-то сторону ставить-то надо? Угу. Так, вот так. Давай комод сюда тебе тоже поставим. Во, красота, красота. Ну, внутри, наверное, цветов не буду ставить. Это будет такая, знаете, рабочая зона. Мы даже можем, наверное... Так, сейчас посмотрим, что здесь есть еще. Из такого... Так, дайте украшения гляну. Можем здесь меховые ковры положить, типа, как бы. Я не знаю, насколько это будет... Знаете, как я сделаю? Я сделаю вот так сейчас. Вот так, вот. И здесь будут станки как раз-таки стоять. Как раз-таки станки будут стоять. Здесь потом что-нибудь, может быть, еще придумаем. Все, ладно, вроде более-менее домик готов. Такой он тоже, ну, не затейливый, обычный получился весьма, но... Весьма, мне кажется, даже с другой стороны интересно. А, вот здесь еще можно окна с этой стороны. Что-то у нас как-то пустовато получается, да? Давайте что-нибудь здесь сделаем. Так, мне окна, пожалуйста. Вот такие можно. Так, а если такие, подождите, как они будут смотреться? Да, господи, деревья, черт, мешаются теперь. Так, окна, смотрите-ка, да? Можно повыше, можно пониже. Я бы сюда, наверное, окно поставил. Давайте здесь пускай тоже будет. Так, раз, два получается. Ну-ка, если так... И по центру сюда. Немноговато окон-то теперь. Окон. В смысле, не окон. Да не, нормально. Пускай будут. Пускай будут. Что за дома, блин, такие со стенками, да, пустые, без окон. Так, без дверей. А здесь повыше чуть-чуть я сейчас сделаю композицию из... Господи, вот таких вот окошек. Так, давай-ка сюда. Чуть повыше, наверное, да? А что-то сюда не хочет ставиться? Не хочет. Ну и ладно, три вот так вставлю, нормально будет. Все, сейчас работа у плотника будет много. Дом деревянный тоже, там все деревянные компоненты, все это ему крафтить надо будет. Ну и хорошо, сейчас материалы хоть израсходуем в какой-то веке, да? И получается, это у нас дом будет... ну, до хера все, сколько крафтить надо. Дом этого повара. Я даже вывеску сделал. Дом повара. Повара. Все, строим. Да, строим. Давайте, ребятки. Так, планировка пошла. Оп, все, готово. Понеслась. Сейчас они будут строить. Перенесем все это дело туда потом, и нормально будет. Так, я, кстати говоря, друзья, мы с вами должны назвать, опять же, одного человечка, я как всегда забыл. И я помню, да, это, собственно, наш портной, товарищ Элтон Келлич. Я уже выбрал, естественно, при помощи рандомайзера. И на этот раз у нас победил товарищ... С ником Wanderer Dis и его Клаудио Маркете. Клаудио Маркете. Мне кажется, да, весьма такое, знаете, партняжье имя. Я бы даже сказал, скорее, какой-то кутюрье, может быть, или, как это называется, дизайнер одежды. Но ничего, нормально. Клаудио Маркете, так Клаудио Маркете. Клаудио
Маркетте. Две Т обязательно. Маркетте. Есть. Все, Клаудио Маркетте. Отлично, друзья мои. Спасибо, что, кстати говоря, отвлекаетесь на такие интерактивчики. Мне кажется, это, ну, все-таки и вам интересно, да, кого-то, чтобы вашим именем здесь предложенным обозвали, скажем так, да. И, в общем-то, мне тоже интересненько посмотреть, что вы там мне предлагаете. Поэтому на следующий раз мы с вами будем переназывать нашего повара. Нашего повара, да. Тадан Йондал или Джондал, не знаю, как его правильно называть. Ну, короче говоря, вот. Товарищ повар, давайте, ребятки, придумаем для него имя тоже какое-нибудь интересненькое. И пишите это, конечно же, в комментариях. Также выберу к следующему разу. Напоминаю, повар. Что-нибудь интересное и подходящее, ребят. Так, ну что, у нас здесь все хорошо. Вроде бы все хорошо потихонечку идет. Да, стройка пошла, пока... Это что еще за херня? Да только не говорите, что я там обосрался где-то. Ну нет, нет, пожалуйста, я что, я, да я не мог там никак, как его мог пропустить, я ж просто чик-чик и все. Ну какая-то херня. И сейчас уже ничего не изменить, да? И сейчас уже ничего не, да, вот кнопка изменения уже будет неактивна. А если, подождите, а если я дом, вот, допустим, у меня дом. Так, если у меня дом есть, смотрите, вот этот. Почему, блин, его изменить нельзя? Что за херня? Зачем кнопка изменить, когда нельзя изменить? Что за отстой? Я... Ладно, там его как минимум коврик туда положат. Там будет коврик лежать, как минимум. Я надеюсь, нормально, не будет видно хотя бы чуть-чуть за отстой такой. Все, окей, строительство идет, здесь все замечательно. Давайте, наверное, что же делать с этой шахтой, да? Кстати, нам нужен с вами тоже очень кузнец. А вот кто причиндал для кузнеца делает сейчас? Давайте глянем. Сменить профессию. Кузнец, молодец. Вот, кузнец у нас, да? Мастерит каменотёс, с кузнечный молот. Точно, да, я вспомнил, у него было что-то подобное. Так, кузнечный молот, ну давайте сделаем. А, ты еще нихера не можешь, да? Ты еще не третьего уровня у нас. Так, ладно, сейчас мы тебя займем. Давайте, может быть, вот гончарный резак сделаешь, кстати говоря, в любом случае один. Пускай будет товарищ гончар, у нас там всякие причиндалы будет делать. Так, чего тебе надобно? Чего тебе надобно? Может быть, оружие понаделать? Слушайте. Может быть, оружие понаделать? Давайте. Пускай на складе лежат, мы, если что, кому-нибудь сбагрим их. Да и, может быть, они еще и пригодятся, хрен его знает. Давай десяточку сделай, короче. Давай, десяточку сделаешь, 20 камней потратишь, нормально будет. Может быть, все-таки апнешься тогда, во. Так, со складом пока все хорошо, места хватает. Здесь тоже все прилично, вроде бы. По поводу животных. Две овечки. Я думаю, может быть, все-таки сделать еще загоны, да, побольше чуть-чуть здесь. Так, 10 на 10 там. 10 на 10, давайте еще кролики. Кролики. Чик. Еще курочки. Я не знаю, правда, будет хватать им еды или нет, но посмотрим заодно. Заодно и проверим. 10 на 10. Не-не-не-не-не-не. 10 на 10, давай еще раз. Так, раз. Курочки. Ну, не курочки, но вы поняли. Я буду их всегда называть курочками. Да чтоб тебя. Кто там? Ого. Какие дядьки. Зацените. Какие дядьки, нихерась. Блин, нужны хиллер еще одно, мне кажется, делать. Так, где наши там эти товарищи? Где наш доблестный отряд? А почему у вас... А, вот четвертый приближался, нормально. Так, давайте-ка, друзья мои... Там сейчас деревья, нихера не видно будет. Давайте-ка, друзья мои, сейчас будем их атаковать. Идите сюда. Мне кажется, в деревьях зап... Слушай, им что, не пройти, что ли? Где они там идут-то, еле-еле? Так, стоять, отходим. Нужно, чтобы они прошли, чтобы я все это видел, и мы с вами все это вместе видели, да? Вот они, все, пошли, поехали, давайте в атаку. Ух, я надеюсь, вы справитесь. С ними. Коку не херачит нос. Ну, мы их тоже нормально, на самом деле, бьем. Давай, дружище хиллер. Давай. Блин, там сейчас нашего загасит. Ой, минус воин. Давай, отхиливай, что есть мощь его, ну же. Так, минус один, найс. Главное, что минус два. Хорош. Так, давайте, ребята, работаем. Откуда они взялись вообще? Они просто так пришли? Или здесь у них какое-то логово еще есть? Вот оно, вот. Такая же хрень была построена. Вот они, видимо, с этого склепа приходят. Понятно, сейчас пойдем ломать им тогда лица в склепе. Так, ну ладно, давайте. Сейчас, у меня же, блин, игра подлагивает то ли от стройки, то ли от этого, хер его знает. Все, минус. Изи. Так. Все нормально, все целые, живые орлы, да? Так, портной, ты нам сделал шлем? Да, сделал, видимо. Сделал, только, наверное, тот маленький еще был слишком, не мог одеть его, да? Надеть. Потому что был явно... Все, он напялил.
Во, молодец, и броньку, все, отлично, огонь. Сейчас заживем. Так, друзья мои, давайте-ка мы пойдем лица сломаем, чтобы они тут к нам не перлись больше. Так что отряд доблестный мой, давайте идите сюда, ломайте эту хрень, пожалуйста. Пока, типа, день начался, тем более, да? Они, скорее всего, ночью выползли и к нам дошли тогда. Я думаю, что так. Все, побежали. А где хил? А какой хер ты здесь побежал? Черт, ну ладно, надеюсь, они там выживут, все нормально будет. Так, знаете что? Я хочу сделать еще одного хила. У нас есть ли на складе необходимая книжка для этого? О, господи. Видимо, нет, да? Видимо, нет. Ладно, сейчас сделаем. Сделаем книжку. Для этого травник нужен нам. Давай, сделай еще одну том послушника, пожалуйста. Два хила лучше, чем один. О чем музыка такая заиграла? Кого-то бьют? Нет. Странно. Ну, может быть, они кого-то ударили, я не заметил. Давайте, ломайте склеп сначала, а? Во, выползли, смотрите. Чпонька минус. Сейчас мы тут сундучок-то разграбим ваш. Там, ой, что лагает? А, сохранение пошло, я понял. Сейчас там что-нибудь вкусненького у вас заберем. Так, хил, твою налево, где ты ходишь? Какого вообще хер ты поперся здесь? Объясни мне, пожалуйста, на милость. Где он есть? Да быть не может, что нашего... А, не, вон, прибежал, все нормально. Так, третий уровень там апнулся. Ну все, разобрались. Давайте, забирайте сундук, пожалуйста. Там посмотрим, что там вкусняшки какие есть для нас с вами. Да, интересные. Ну, друзья, пожалуйста. Да, вот, развали сундук, давай. Чпоньк. О, ну на этот раз что-то вроде не очень такое, да? На стену декоративная хрень. А, вот подсвечник, да. Ну ладно, блин, а в прошлом сундуке там была кольчуга, еще что-то было. Было интереснее, гораздо вкуснее. Ну ладно, заберем все равно что. Все заберем. Все, что есть, заберем. Все, давайте здесь доламывайте и возвращайтесь домой тогда. Там собираем вкусняшки. Так, как там домик поживает? Строится? Потихоньку строится, конечно, что с ним сделать. Вон какая красота, смотрите. Замечательно. Много лесенок строительных. Я не уверен, что нужно вот эти штуки так расставлять. Вообще, нужны ли они нам были больше, чем в одном экземпляре. Ну, как бы окей, поставили. Так, пускай стоят. Прибыл торгаш. Что-нибудь сейчас тебе напродаем. Подожди. Так, что бы тебе напродавать? Шторки хочешь по 25, забирай. Так, вывеска, нехеренная вывеска получилась. Для строительства надо. Давай, шторки, короче, забирай, что мы с вами скрафтим. Вот тут у нас куча. Забери тоже немножко. Так, еды, стулья всякие прикольные, то, чем для строительства нужны. Можешь забрать немножко молотов. Так, ага, все. Каменотёс, уровень 3. Найс. Так, дальше мы что с вами делаем? Мы с вами берем, значит, нашего... где там травник у нас был? Нашего товарища травника, да? 1-3-6. И теперь меняем себе профессию, друг, на... послушника. Поздравляем тебя с повышением. Где-то там есть-то. Эй, иди бери. Давай. Та-дам! Ну же. Ей, послушник уровень 1. Молодец. Только теперь нам нужен новый травник, да? Сейчас сделаем. Новый травник. Кто же у нас будет новым травником? А новым травником у нас будет... так, 1, 2, 4. Так... 5-6, ну это слишком, мне кажется, для травника. 5-6-3. Ну хотя он, конечно, клевый. Давайте вот этого, 1-2-4, короче. 1-2-4, дружище, ты у нас будешь травником. Давай. Оп. Все, иди забирай и можешь идти там это самое. Делать все, что тебе надо. Все, что тебе нужно делать. Так, стопе. Здесь только подождите. Сортировка, ничего. Здесь у нас, так как будет товарищ, который занимается едой, здесь только еда, вот это вот и напитки, и все в таком роде. Будет храниться, конечно же, у него. Все, найс. Поехали, давайте строите дальше. Блин, что-то так реально подлагивает, жесть стала. Короче, травник уровень 1, молодец. Все. Я думаю, что это из-за стройки, да. Мне кажется, что это из-за стройки. Вот так вот сделал. Да, слушайте, реально убрал и стало лучше. То есть, чем, короче, дом круче делаешь, тем больше будет... Так странно, что они стоят в воздухе. Ну, они просто стенку убрали, понятное дело. Все, огонь, это делаем, будем переносить. Каменщик, блин, ну пока поработай здесь, ладно, дружище, потом тебя обязательно тоже перенесем. Где наш отряд доблестных вояк? Где он? Мне они нужны, подождите-ка.
Ага, вот они идут. У них теперь два хила есть в отряде. Это прям здорово. Четыре вояки, два хила. Сейчас еще лучников потом понаделаем. Когда, кстати говоря, они будут перья переносить вообще? И как это работает с перьями-то? Я надеюсь, что как-то работает. Вкусная дикая птица. Ями. Так, еще кролики здесь еще. Ладно, овец пока приносить не будем. Тут и так у них вон сколько шерсти валяется. Ну, лежит, конечно же, лежит. Так что норм. Так, друг, повар, в смысле. Давай сделаем нам еще там корма, наверное. Разнообразный. Для наших кого? Для пойо. Десяточку. Надо больше кукурузы, да, по ходу дела. Давай, десяточка. Для пойо, для кроликов 14 штучек сделай. Так. Для овец, что же, двадцаточку забури, пожалуйста. Спасибо. Так, большая связка пшеницы, кстати говоря, можно сделать, вот. Как хранить пшеницу? Большую связку, то же самое, как и бревна, и все остальное, в принципе-то, да? Что у нас по поводу тушеные овощи, кстати говоря? Давай двадцаточку сделай, что же еще, чтобы люди тоже могли кушать вкуснятину всякую, а не только сырые овощи, да? Чтобы они были больше довольны еще. Так, вот опять они, засранцы, оставили, короче... Так, сейчас, подождите. Вот они оставили опять на крыше этот чертов бревно. Чертово бревно. Что за хрень? Почему они там оставляют это? Не надо там оставлять. Давайте сейчас, ладно, я знаю, как это сделать. Я уже так делал. Берешь сюда вот так вот лесенку, чпоньк. И они, по идее, должны будут потом это как-то со временем унести. Я надеюсь. Ну, либо я там еще бывало назначал, чтобы они просто, типа, удалили это, если так не уносили. Ну, ладно, посмотрим. Посмотрим, как они сообразят, если сообразят, конечно. Так, я надеюсь, вы эту лесенку, да, уберете? Уберете, молодцы. Что там у нас в домике получается? Кровать нужна. Где кровать? Давайте кровать сюда. Ага, вон, кажется, несут что-то. А, они комод несут. Кровать-то сегодня будет, не? Так, сейчас я проверю. Что там, где кровать надо? Кровать. А кровать у нас крафтит вот этот товарищ. Где там товарищ? Подожди. Она еще просто не дошел до нее, я понял. Извините. У нас все для кровати есть. Так, так, кстати, портной. Вспомнил про тебя вдруг внезапно. 95. Блин, как бы так посмотреть, что вот сразу, знаете, на складе, что есть, чего нет. Ну ладно. Будем глядеть вот так. Так, чем. Так, 12 катушек ниток всего лишь осталось. Кстати говоря, нужно их крафтить опять. 20 есть, 4 есть. Ну, короче, поехали. Сейчас у тебя задачка будет такая, нормальная. Давай, короче, я тебе ставлю полтинник. Вперед из песни. Вперед из песни. Вот столько вот тебе работы, да. На что поделаешь? Кому сейчас легко? Все должны трудиться. На благо нашего замечательного общества. Ну да, смотрите, закрыли они, не видно это. Бревно, блин, уберите отстойное, которое здесь висит в воздухе. Сейчас вам, знаете, что я сделаю? Я вам тогда назначу, чтобы вы его просто убрали отсюда. Так, по-моему, сейчас не промахнуться, подождите. Блин, я закрою дом. Вот так. Да разрушь, только вот я надеюсь, вы бревно разрушите, а не крышу дома моего. Надеюсь, что так. Ладно, посмотрим потом. Все, окей. Дом готов. Потихонечку уже тебя складывать начинают, да, не? Смотрю. Да, еду сюда носит. Отлично. Вы только это, кровать-то поставьте тоже ему и все остальное. Ну и чертова лесенка, уберите вы ее нахер отсюда. Вот опять, я надеюсь. Офу, убрали, я же думал, сейчас как будет у травника такая же херня. Но не, нормально все. Так, короче, друг, сейчас мы тебя будем переносить. Поэтому мы здесь делаем, что делаем? Мы здесь делаем вход в шахту. Так, либо здесь, либо здесь. Давайте, ладно, подальше отсюда, поближе сюда. Вот это вот уберите, пожалуйста. Угу. Сейчас тогда сделаем, мы там начнем вниз копаться, будет норм. Здесь просто, наверное, стеночку, дверьку, наверное, поставим. Просто, да и все, в принципе, что там париться. Ну, можно будет какие-нибудь пару, знаете, типа этих опорок сделать для вида. Но только после того, конечно же, как отсюда все это уберем. Все, сейчас там тоже начнется у нас работа. Вот, здесь тоже потихонечку делают. Я, кстати говоря, что-то пока не очень понимаю, почему у нас нету перьев. У нас же нет перьев, да, получается. Но я не видел. Так, перья. Камни хрена мне, шкуры всякие, а перьев нету. Может быть, как-то особым способом их нужно собирать. Другое, гнилая пища, норм. Норм тема. Такс. Слушайте, у нас прям охереть отряд здоровенный уже. Хрен кто нас победит теперь, да? Что у нас, еда здесь портится? Могли бы половить. О, правильно, в ящички давайте разложите. Так, что у нас там внутри творится? Да тут до хера места еще. Все норм. Так, здесь они уже потихонечку проделали, отлично. Значит, мы с вами берем дальше. Вот так, смотрите.
вот сюда. Сейчас мы как бы далеко вбуриваться сюда именно не будем, мы вниз пойдем. Мы пойдем вниз, нижние уровни там делать будем разные. Нам тут нужно только с вами комнатку такую типа сделать. Комнатку как бы, да? Вот, наверное, раз, два, три. Вот такую вот. Типа вот таких вот блоков. Получается, вот как-то вот так вот сделаем. И будем там делать лесенку дальше. Сейчас комнатку они сделают. О, Ануфрий апнулся. Найс. Ануфрий молодец. Сделаем лесенку. Будем потихонечку, вернее, делать ее. По одному блоку вырезать. И будет норм. Простой торгаш прибыл. Так, торгаш, что у тебя там есть? Что тебе надо? Что мы тебе можем продать? Забирай. И... Хотя, блин, подсвечники, они тоже красоту дают немножко. Ой, 21 тысяча. Ой, тысяча, говорю, 21 деньга. Ну, давай, ладно, забирай. Так, да пока, наверное, все. Пока, наверное, все. А, молотки забери. Скрафтим еще. Скрафтим еще, это не проблема. Да, чтоб тебя. Какой гоблин? Один? Серьезно? Ты, чувак, серьезно? Ты пришел один сюда? Где он? Мне кажется, они там как-то в деревьях долго ходят, нет? Что-то я потерял его из виду. Приближаются захватчики. Господи, еще с этой стороны, и с той стороны, и со всех сторон. Просто прут, ужас какой. Так, давайте-ка нападайте ему. Где вы там есть? Алло. Быстрее, быстрее. Чертово сохранение залагало мне всю игру. Давайте, 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 давайте. Спасайте. Спасайте своих ребят. О. Да, правильно, гражданского подхиль. Всех подхиль. Так, минус. Давайте, давайте разбираться. Ах ты ж гад, не ломай наши, блин, дома. Урод. Не ломай дома, кому говорят. Давайте разбирать. Это же тот товарищ, по-моему, да, который у нас в прошлый раз ушел. Ох, какой нехороший. Ладно, давай, у нас хилы работают сейчас на ура. Оба хилят. Еще и сами себя хилят. Ну правильно сделают, что еще? Что им делать? Куда ты убегаешь? Стоять, не уйдешь. Все, минус. Блин, хил трусливый у нас весьма, да, попался второй-то. Его разочек ударили. Ну хотя он такой должен быть, ведь это же хил. Он не должен падать под огонь. Он должен хилить. Так, все, забираем. Цветочки тут лежат. Все, найс, 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 найс. Так, да, домик, конечно, что-то подлагивает у нас такой. Будем вот так, короче, смотреть. Дома. Будем на дома смотреть вот так с вами. Окей. Нам, наверное, нужно будет все-таки еще с вами фермерские угодья еще расширить немножко, да? Я думаю. Может быть, даже сделаем по-другому. Может быть, тут сейчас еще заборчик сделаем, и тут такие поля поставим какие-нибудь дополнительные. Только нужно будет охотника куда-то переместить. Сюда, поближе к лесу, наверное. Поближе к лесу сделаем его. И там будет ему... самое место, я думаю. Ну ладно, пока норм. Пока все норм. Так, как бы мне вас спереди-то получить? А, можно собрать мясо с этого зверя. Нет, мне мясо не надо, мне нужны перья. Потому что из этих перьев делается, да? Колчаны. Сейчас, смотрите, где они там были. Колчан, колчан, колчан. Нет, не ты делаешь, кто ты делаешь. Да. Во, перья пою. Перья пою, которых у нас нихера нету. Давайте, знаете, что я сделаю? Попробую одну птичку зарубить. Может быть, с нее все-таки перья... Ну, там яичко. Может быть, с нее все-таки одно... Вот так сделаем. Может быть, перышко-то выпадет, нет? Может быть, перышко-то выпадет? Я надеюсь, что выпадет. Давай-ка, друг, постарайся, давай. Ага, яичко собрал, молодец. А кто будет заниматься этим? Ты же тоже должен, по идее, это делать. Давай-давай. Так, вот бежит пастух, кажется, да? Разговаривает с Натор. Окей. Пока, Натор. Давай, делай свою работу. Хватит с ним болтать. Кто такой Натор вообще? Какая-то твоя зверушка. Так, ты работу будешь делать? Во, да. Да-да-да-да-да, перья. Перья и плюс еще и мясо. Неплохо. Неплохо. Хорошо, то, что надо. Все, сейчас лучников будем делать. Значит, с вами теперь мы знаем, как это происходит. Убиваем пою и, пожалуйста, вот тебе перья. Давай прорядим тогда немножечко их еще. Вот тут, пожалуйста, тоже забери. Чик. Еще перышки будут. Найс. И курочку заодно можно будет пожарить. Так, здесь они тоже сделали. Я, короче, как хотел сделать. Смотрите. Мы берем. Допустим, где-то здесь сбоку. Или не сбоку. Или прямо вот так вот напрямик. Сейчас будем делать здесь. Смотрите. Какой у нас тут центральный кубик-то получается? Вот этот, да? Раз, два, три, четыре. Короче, отсюда мы начинаем где-то делать, получается... Вырезаем вот так. Так, сейчас надо сообразить. Ну да, вырезаем, получается, вот так. Один. Это будет первая ступенька, вторая ступенька. Ну попробуем, сейчас попробуем, короче, сделать. Так, дальше, смотрите, еще ниже получается, да? Одна ступенька. Дальше мы вырежем там целый блок внизу уже непосредственно.
Причем он же будет вырезать, подождите, он же будет вырезать, как бы... А, нет, можно и так, как бы, да? Ладно, посмотрим. Нам, на самом деле, нужно как раз-таки оставить одну тогда, чтобы пол был все-таки. Поэтому сейчас нормально все сделаем. Так, давай, еще вырезай. Далее. И потом еще под этим тоже вырежем. Мы можем сейчас даже вот так посмотреть уже, что получается. Во. Так, далее вырезаем здесь. Давайте, давайте. Работайте, работайте. Так, вот они вырезали, как бы, да, получается? Но маловато, на самом деле. Нам нужно... Нам нужно-то, получается, как? Сейчас, смотрите, поднимаем наверх. А, вот, отлично, отлично получается. Вот, да, правильно, туда проход делаем. Вырезаем, потолок остается. Так, кто опять напал? Алло, кто напал? Кто нападает? Черт, мелкие гоблины, как же вы бесите меня. Откуда вы нападаете? А, я же забыл, они здесь расположились, вот. Плюс еще и здесь теперь, ничего себе у вас. И там, и сям, и везде. Ну ладно, давайте разбираться. Эти вроде поближе сейчас. Идите, атакуйте. Быстренько, вы там явно справитесь с ними. Потом тех атакуем, короче, и со всеми разобрались. Вот как бы и минусы гоблины. Хилы, вы такие медленные, жесть. Ну ладно, правда, вы немножечко должны запаздывать. Все правильно. Ох ты, у них там лучники есть, нихера к себе. Зацените-ка, у них там лучники есть. Ну все, разбежались. Минус. Минус лагерь с гоблинами, как бы, сразу же. Так, давайте, давайте, давайте. Разгромите их всех. Чтобы они здесь даже больше не появлялись. Да, у нас скоро тоже лучники будут. Надеюсь. Парочку-то лучников хотя бы сделаем. Так. Давайте, один остался. Ну. Да, сейчас бы лучники их добивали бы, чтобы эти наши не бегали так постоянно за ними. Все, минус. Там еще кто-то есть? А, еще один заныкался. Смотрите, ГТС спрятался. Думал, что спрятался от нас. Нихера подобного, мы тебя все равно найдем. Так, минус. Пойдем сразу с этими разберемся. Идите вперед туда. Так, и давайте здесь сразу заберем. Вот это вот тоже. Все, что здесь оставили. Так, семена из дальней рыбы. Корзина с кукурузой, вернусь через 3 дня. И семена акации. А я не знаю, будет ли у нас кукуруза через 3 дня. Забейте. Так, здесь тоже заберите сразу. Неприятель, где? Да в смысле? Только что не было никого, какого черта? Где вы там есть? Давайте, давайте, разберитесь, куда побежали? Все сюда, все сюда. Все сюда. Все сюда, минус волки, давайте сделаем. Так, ага, бегут, отлично, молодцы, давайте. Слушайте, они прям появляются, капец, один за одним, не успеваем даже с ними разбираться толком. А что, золото не забрать? Эй, забирайте, а, забирай, все, молодец. Все, минус. Вперед. Можете отдыхать. Чем с по дереву? Дерево до хера на самом деле. Так, вернемся к нашей шахте все-таки. Смотрите, у нас там получилось вроде как сделать, как мы хотели, да? Оп. Теперь мы смотрим просто по полу, поэтому... Раз сюда вот так давайте, два сюда вот так и... Так, и как же сделать? А, ну и здесь тоже сейчас сделайте, сейчас они здесь все прорубят. По идее должно получиться как надо. Еще одна комнатка, и можем вниз спускаться. То есть это, допустим, будет вход в шахту, да? Да, это будет вход в шахту. А здесь мы с вами уже сделаем разветвление. То есть они будут искать какие-то полезные штуковины. Уже первый уровень шахты, считайте, да? Под лестницей сделаем еще одну лестницу вниз. То есть либо как бы вот здесь будем делать и вот так потихоньку спускаться. Либо я попробую вообще под ней сделать, если так можно будет. Но я что-то не уверен, честно говоря, что так получится, что это хорошая идея. Но было бы здорово. А, не, я не буду, наверное, париться. Сейчас здесь просто так вот чик вниз поведу. Тогда нужно как? Нужно немножечко побольше комнату здесь сделать, да? Я думаю, вот такую вот. О. Вот так сделаем. Все, сейчас заодно и камушков они там пособирают. Еще вон там всяких полезных штуковин. Вот. Здесь сделаем сюда. Вот так. И вот так и будем идти. Будем идти. Здесь еще в стороны потом разведем. Вот так вот. Давайте сюда. Сюда. Так, тут вода, по идее, да? Но мы до нее не дойдем, как бы. Сюда. Сюда. Вот так вот. Все, это будет как бы тоннель в шахте, получается. Вот, а здесь... Все, они там уже ковыряются. А здесь мы с вами какие-нибудь, не знаю, там балки поставим, пару штук. Да, просто балки для вида и все. Как бы вход в шахту такой будет, вот, нормально. Все, шахта есть, все замечательно. Ну, и осталось там кузнецов. Так, они убрали здесь? Да, убрали, молодцы, все, можно убирать. Кузнеца сделаем с вами, гончара, ну и все вот это вот.
поставим. Короче говоря, нормально будет. Ну что ж, друзья, давайте на этом серии пока с вами закончим. Всем большое спасибо за просмотр. Не забывайте оставлять свои комментарии, нажимать на колокольчики. И не забывайте, что мы с вами в следующий раз переназываем, напомню, повара нашего. Жду от вас комментариев. Все, ребятки, всем спасибо и пока, до встречи.